Мини-поликлиника появится в 12-м микрорайоне с открытием офиса врача общей практики. Это было поручение главы Анапы отдать помещение в жилом доме на Чехова под медицинское учреждение. И жители этого района всецело поддержали мэра. Медицина в шаговой доступности. Сегодня глава потребовал ускорить процесс лицензирования ВОПа. Планерку со службами заместитель главы Людмила Мурашова провела на месте. Надо, наверное, подумать, посмотреть, чтобы здесь площадка была. С какими службами? С ГИБДД или с кем? С ЖКХ? Здесь, во-первых, все должно все время теперь убираться, потому что это должно быть чисто, правильно? И второе, здесь должна быть свободная площадка для того, чтобы подъезжали мамы, те же люди с малыми, инвалиды, маломобильные группы населения, колясочку могли поставить и так далее. Площадка должна быть свободной. Ремонт сделан, мебель завезут до конца этой недели. Врач общей практики уже начала подготовительную работу. Знакомится с медкартами пациентов и даже выезжает на дом. Все основные вопросы сегодня уже решены. Самое главное, что есть помещение готовое, есть врач подготовленный, медсестра, имеющий специальную подготовку именно врача общей практики. Значит, от других врачей он отличается тем, что он может вести прием одновременно по 7 специальностям. Значит, для жителей это будет очень удобно, потому что это своего рода мини-поликлиника, где человек может прийти и получить помощь не только как от врача-терапевта участкового, но и как от узких специалистов других профилей. Детское население, как и прежде, будут обслуживать в филиале детской поликлиники. Людмила Мурашова ставит задачу – наладить тесную связь между учреждениями. Нужно продумать взаимодействие между детским филиалом детской поликлиники и взрослой. И то, о чем мы с вами говорили, вот карточки не должны гулять. Если человек записался сюда, да, то он не должен потом идти в поликлинику или сюда. Нет, я уже смотрел машину, которая будет закреплена здесь за этим офисом, как раз для того. То есть не будет такого, что человек пришел, записался, потом пришел за карточкой, потом пошел и так далее. Вот это очень важно для человека. Пакет документов на лицензирование подготовлен и направлен в Минздрав Краснодарского края, отчитался Вячеслав Ушаков. До этого времени медики проходили другие предусмотренные законом процедуры. Контрольный срок, который будет озвучен главе Анапы, 16 декабря. К Новому году новая мини-поликлиника должна принимать пациентов.